каким будет наш город, появится ли в нем уютный сквер или современная набережная. Выбор могут сделать сами жители, и в этом им помогает проект формирования комфортной городской среды. Сегодня мы вам расскажем о том, какие общественные пространства уже благоустроены и что может появиться в ближайшем будущем. Здравствуйте, это программа «Квадратные метры», и с вами я, Татьяна Барашкова. Сейчас здесь обычный пустырь, но если объект победит в голосовании, которое проходит в рамках реализации программы ФКГС, на этом месте появится красивый и современный сквер защитников Отечества. Изюминкой нового общественного пространства станет каскадный водопад с подсветкой. По задумке проектировщиков здесь установят также мемориальные доски, скамейки для отдыха, декоративные композиции из камней и хвойных кустарников. В вечернее время территорию будут украшать современные световые элементы. Уже третий год у нас по всей стране проходит всероссийское голосование. Как раз весной с 15 апреля по 31 мая для благоустройства общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, все жители Сахалинской области могут принять участие в голосовании и выбрать то общественное пространство. Общественные пространства, которые набрали большинство голосов, являются победителями и получают финансирование, в том числе и из федерального бюджета, для благоустройства уже в следующем году. Второй объект, выдвинутый на голосование, сквер геологов. Его планируют обустроить на улице Сахалинской. Маленький уютный скверик оснастят скамейками, беседками и иллюминацией. Также в голосовании участвует и сквер Восточный, который находится чуть выше площади Славы. Его могут модернизировать, проложить здесь экотропу. Пока островитяне голосуют за новые объекты, в Южно-Сахалинске вовсю создаются и другие. Например, набережная реки Рогатка. Ее выбрали в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока. Действительно, самый масштабный проект, он выиграл в самой, скажем так, максимально большой категории финансовой, это 300 миллионов, которые пойдут на реконструкцию сейчас Рогатки. В эту очередь войдут у нас строительство пешеходного моста, устройство велодорожек, пешеходных дорожек. То есть достаточно большой, скажем так, фрагмент Рогатки будет благоустроен. Уже в следующем году жители областной столицы смогут прогуляться вдоль Рогатки по обновленным дорожкам. А сейчас сахалинцы рассказали, что хотели бы видеть на территории около водоема. Культурная зона, лавочек, клумбы. Одного парка все же мало. Для того, чтобы прогуляться, хотелось бы набережную, в принципе. Благоустроить еще и реку. Знаете, например, в Сеуле ручей Чонгинчон. Он раньше тоже был заброшен, и потом его сделали просто городской достопримечательностью, достопримечательностью для туристов, в том числе по всему миру. То есть элементарно здесь, ну, как я не знаю как, но, видимо, почистить, облагородить, запустить уточек, и будет все. Ну а пока горожан радуют и другие скверы, например, пограничников. Сейчас это одно из самых любимых мест для прогулок жителей и гостей островной столицы. Отличный парк, как бы можно отдохнуть, позаниматься спортом перед рабочим днем. Мне нравится. У меня есть старший сын, мы здесь гуляли часто, и здесь ничего не было. Вот, гуляли как-то на памятнике, бегали, в ку-ку играли. А сейчас здесь много активностей для детей разного возраста, поэтому, мне кажется, очень даже хорошо, что такое сделали для детей. Этот сквер не так давно признали одним из лучших в стране. Его обновляли не один год, добавляли лавочки и качели, различные инсталляции. С недавнего времени здесь появились и камеры видеонаблюдения после ряда неприятных случаев. Периодически вандалы ломали здесь то скамейку, то деревья. А вот скверу семьи, любви и верности, что находится в Корсакове, повезло больше. Огромное сердце как символ трепетных отношений, скамейка для влюбленных и фотозоны остаются самыми популярными объектами среди жителей и гостей портового города. Для того, чтобы обезопасить всю эту красоту от вандалов, здесь есть камеры видеонаблюдения. И как результат, с самого начала их установки здесь ничего не было сломано. В качестве мер, которые направлены против вандализма, установка видеокамер, ну и также активная позиция всех жителей Сахалинской области. И еще мы в качестве рекомендации предлагаем при выборе малых архитектурных форм все-таки рассматривать в первую очередь, чтобы эти архитектурные формы были удобные, прочные и в обслуживании не причиняли неудобства. Сквер построили в 2021 году. С тех пор ничего из его элементов не требовало ремонта. Разве что уже после официального открытия ограждение установили, чтобы сделать отдых сахалинцев более безопасным. Помимо этого, в Корсакове планируют построить еще один сквер на улице Краснофлотской. Он появится благодаря тому, что стал победителем в дальневосточном конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах. На его создание из бюджета страны выделят 50 миллионов рублей.
Есть проект, есть смета, то есть мы готовили документацию. Благодаря национальному проекту формирования комфортной городской среды нам удается благоустроить как города, так и села. Мы делаем их комфортнее, красивее. Мы делаем это для людей, для их благополучия и повышаем индекс комфорта городской среды. Благоустроили сквер авиаторов, Южно-Сахалинский. Раньше здесь были разбитые дорожки, отсутствовали лавочки и клумбы. Теперь это место не узнать. Жители Хомутова любят отдыхать здесь с детьми, а в теплое время года сквер наполнен молодежью и самокатами. За этот объект мы голосовали. Это потрясающий сквер авиаторов, который появился благодаря большой этой программе. И именно наши волонтеры стали сопричастны с этим большим объектом. Именно здесь мы проводили большую такую агитационную работу, много информировали жителей, планировочно района Хомутова, для того, чтобы жители действительно отдали за вот это место, и сегодня оно появилось. Яркое, классное, молодежное, современное. Жители Хомска тоже смогли похвастаться новым сквером. Это современное общественное пространство. Построили около плавательного бассейна. Территорию облагородили, оснастили качелями, площадкой для занятий уличным спортом, установили скейт-парк. Торжественное открытие состоялось в середине прошлого месяца. Ему дали имя Юрия Гагарина. Памятник первому космонавту нашли в поселке Пионеры. Его сохранили неравнодушные жители. Теперь бюст красуется в Хомском сквере. Конечно, обрадовались администрации, понравилось им это предложение. А Наталья Александровна организовала доставку сюда его, в город. Ну, вот так он остался у нас в городе. Ну, я считаю, что продолжение хорошее истории этой. В голосовании сахалинцам помогают волонтеры. Они ходят по школам и помогают молодому поколению тоже принять участие в выборе будущего островного края. Могу отметить, что здесь очень активные ребята, которые все идут на контакт, все готовы голосовать, у всех есть большое желание. Также педагогический состав тоже принимает свое участие, и вот на данный момент ребята продолжают голосовать. Волонтеры предлагают сахалинцам проголосовать двумя разными способами, о них подробно рассказывают на различных встречах. Голосование происходит на портале 65 за город среда, либо через мобильное приложение, которое установлено у волонтеров, в котором можно подтвердить свой голос не только через пароль госуслуг, но и по номеру телефона. Но номер телефона, конечно, должен тоже быть привязан к госуслугам. Этих волонтеров можно узнать по форменной одежде. Куртки для них приобрели члены молодежного правительства Сахалинской области. Добровольцы недавно посетили школу номер 16 в Южно-Сахалинске. Здесь они прошлись по кабинетам и предложили ученикам, которые уже получили паспорт, проголосовать за понравившиеся объекты в родном городе. Я проголосовал за сквер «Защитник Отечества». Прикольный сквер, красивый. Буду здесь сидеть. Волонтеры прошли специальную подготовку, они получили сертификаты, которые свидетельствуют, что ребята выслушали лекции о том, как правильно рассказать людям о голосовании и помогать им выбрать понравившиеся объекты. Миссия важная у нас очень. Мы являемся живым мостом между людьми и непосредственно правительством, потому что, скажем так, правительство дает задачу. Мы, волонтеры, активный такой элемент. Людям объясняем понятным языком, что это за голосование, то есть упрощаем, объясняем, что это такое, как это можно вообще проголосовать, зачем это надо. Потому что, когда люди заходят на госуслуги, они не совсем понимают там какие-то умные слова, и они такие, что это, зачем вам мои данные. А сейчас, когда мы объясняем, что это просто проект, чтобы сделать наш город уютнее, и более как-то комфортнее, они понимают, что действительно нам это надо, это важно. Всего на выбор представили 41 объект. В следующем году должно появиться не менее 18 новых общественных пространств. В 2022-м тоже благоустроили около двух десятков территорий по всем островам. Сегодня в голосовании пока что лидирует сквер защитников Отечества в областном центре. За сквер защитников Отечества проголосовали более 9 тысяч человек. Сквер Восточный набрал почти 3 тысячи голосов. На 200 голосов от него отстает сквер геологов. Напомню, голосование проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, инициировано президентом России Владимиром Путиным. О новом облике островных городов и как в них решаются коммунальные проблемы мы продолжим рассказывать в следующих выпусках нашей программы. До встречи!